Так, всем привет. В общем, сейчас идем к соседу по гаражу, посмотрим, что у него получилось. Он сегодня собрал всю электрику на тракторе, поворотники, фары, габариты. Также сделал нож. Сейчас идем и смотрим. Будет обзор на почти закончена работа. Поставили поворотники, сейчас включим. От какой машины примерно? Отгадайте. Блин. Автобус шум. Я же один же поворотник сломал же вот этот. Mm-hmm. Вот это стекло. И пошел тракторную. Думаю, может там что подберу. Парню подошел, он это. Ну, показал вот эту стекляшку. Он взял ее так. Я говорю, такую не можно найти примерно. Mm-hmm. Он пошли, говорит. Я думаю, уже нашелся. Отказывается от этого. От окушки. А, окушка, поворотники. Да, я не знал, что тоже. Оказывается, по этой беде. Угу. Где-то какая-то шилди, как он, наподобие шилди, как он называется. Какая-то вот здесь надпись, да, да, есть. Да. И он посмотрел по интернету, и все. И иди, говорит, езжай в этот, как его, в автомобильную, а такие, говорит, повторители. Ну, поворотники возьмешь, и все, говорит. По-моему, в прошлом видео я же показывал, мы его несколько частей собрали. Трех частей. Да, тут четверка или тройка. Так, габариты поставили, поворотники поставили. Вот эти были? Не помню. Ну, фары же стояли. А, да. Так. Это было. Поворотники. А сзади есть поворотники или только спереди? Есть, все как положено. Сзади. Так, что у нас сзади? А, точно, вот эти же я показывал. Ты в руках держал, просто показывал. Да, да, вот они. Вообще смотрятся красиво. Да, вот. Как будто этот, под завод. Вот, сейчас. Ну-ка, давай массу. Вот. Ух ты. Нет, вот. Стопы горят, да. Стоп-сигнал. Сейчас я тебе габарит включу. Ух ты, и габариты. Габариты есть. Горят. Вот впереди, посмотри. А, ну, сейчас подожди, поворотники, я тебе поворотники. Давай поворотники. Чтобы... Отлично. Реле, да, стоит там? Да, на все реле. Проводку, смотри-ка, сделал, да, как да, облагородил. Да. Гофр. Вот здесь надо черной изолентой. Отмотаем. Вот впереди сразу можешь пройти. Наперед. Зажим сразу. Вот перед как моргает. Габариты горят, поворотник работает. На улице светло. Ну ладно, видно. Все равно видно. Сейчас я тебе другой поворотник включу. Угу. Вот это. Угу. Как мы с тобой смотрели тогда? Да, да, да. Вот это ближний. Вот так ближний. Вниз, да? Ну вот это у нас вот. Сейчас вот так. Вот так ближний, видишь? Да, да, да. Так все. Вот так только дальний. Только дальний. Можно и ближний, и дальний полностью. Да, да. Теперь я говорю, можно в городе ездить, поворотники есть. Ага. Повторители. Так, я брызговики еще не снял. Брызговики, вот два брызговика таких надо найти еще. Да, впереди не будет, короткие. Вот такие брызговики надо туда. Угу. Ну, ладовские. А железо-то какое толстое. Как это, будто... знаешь, да. от ящика вот это вот, выдвижные вот эти, есть же на колесиках, выкатывается, вот от него кусочки отрезал. Так. И нож установил, сделал, самодельный. Да, самодельный, да. Это от пропановой бочки или от, да, чего? Да, баллон пропановый. Просто его выровнял как-то. Да, здесь... вот на этой бочке. Угу. Это разбивал. Вчера, между прочим. Хорошо. Это десятка. Арматурка снизу приварена. Все, он легко отпускает. Ну-ка. Вот. Угу. А для чего? Это боком. Это я беду одну хотел сделать. Да, не буду говорить, что хотел. Для плуга, наверное. Нет. Сейчас хочу. Ну, его просто надо открутить, убрать. Вот сюда вовнутрь поставить. Вот эти. Mm. Чтобы вот так не ходили. Понятно. А, чтобы понял, так... да. Вот а это для чего стяжки? Долл-рэп это для этого, чтобы... Что дает? Чтобы вот так вот не играло. А, типа чик-чик-чик. Да, понял. Да. На том, по-моему, так и... она и ходила. Здесь из-за чего? Вот если я сейчас ослаблю их, да, за счет вот этих, что у нас вот эти есть же наконечники, она будет это, mm-hmm, ходить туда. Свободный ход называется. Что ли? Не знаю я. Вот я взял, видишь, переставил сюда, да, просто. Металл какой-то. Металл хороший. Это... Крепление самодельное. Нормально, нормально. Из-за этого не надо было бы гонять. Там очень видно было. Крепко стоит. Крепко. Сетки сюда такие защитные. Да, ну вот как сетки. Вот такие можно даже, как тебе сказать. Не сетки, а вот это. Такая вот бита. Все, вот, надо покрасить только еще. Так, еще что, доработки. Сигнал есть, да? Есть. Вот это? Нет. Сверху. Выше. А, вот это. Угу. Внутри все так. Волга слушает. А ну, ничего же я больше не делал, да, в прошлый раз. Вон железку положил. Зачем? А, для веса?
Да. Я же его взвешивал. Я же на работу ездил к себе, где я работал. И сколько? 480 килограмм. Ну да, полтона. Да, и вот сейчас вот это положил, как раз здесь 20 килограмм где-то, если не больше в ней. Вот он 500 килограмм. Ты уже катался где-то по грязи? Да, по грязи. Пробовал. Свободно идет, даже не буксует. Вот туда вверх подымался. Угу. Вдоль гаражей. Ну, конечно, туда, полный привод. Да, вот тихонько, не спеша даже все. Я даже третью включил, он так свободно. И... Тем более снежинка. Ну. Да, забивается. Забивается, ну. Ну, у нас грязь тут такая, глинистая. Угу. Вот. Бампер, если побольше. Нет, не нужен. Я так с расчетом. Ну ладно, так смотрится. Лишнее не нужно. Габаритики все. Габаритики. Горят до сих пор, да? Я выключил. Не, выключил, да. Ну, все, вот, все. Ну вот почти готово здесь. А, этот замок переставил. Угу. Сюда. А, там туда? Же был, да. Я свою поставил, видишь? Нифига себе. Заводить сейчас не буду уже. Да, а, и заведу я потом назад. Нет, мы затолкаем. Не, сейчас. Надо, заеду я потом. Пусть как-то поставит. Я его тоже помою здесь немножко, у меня водичка есть. А, ты его, кстати, все, обкатал уже. Да, 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 да. Этот пробег этот не показывает, да, сколько нет, проехал? Нет, нет, спидометр нет. Моточасы. Моточасы нет такого. Так, у меня выключено. А, там ничего нету. Все так же, все. Приборы бы какие-нибудь. А зачем? Просятся сюда. А часы ты... есть? Часы. Часов нету. Часы. Счастливое спидометр... время не наблюдают. А спидометр можно установить? Интересно. Почему нельзя? Для интереса. Разгон. Вот же, смотри. 60-80 тянет. Видишь, вот это стоит. Кстати, да. Заглушка. Это я заглушку сделал, чтобы туда мусор не попадал. Ну, в будущем, может, что-нибудь появится. Открутить. Ну, опять же, у него тросик вот этот, от спидометра тросик, он слишком длинный. А тут рядышком... Такой короткий его не сделаешь, наверное. Ну, я не пробовал, можно укоротить? Может, продается какой-нибудь? Зачем? От они длинные, короткие, это жигулевские. От мопеда? От мопеда? А он туда зайдет? А, вообще-то не знаю. Ну, вот я решил вот здесь немножко еще вот так вот укоротить. Хочу вперед крепление сделать на всякий пожарный. Порядок как-то... у тебя здесь? Вот эту хочу сделать. Кардан? Вот, смотри. Вот хочу показать, видишь, от этих вот эти ушки у меня там были. Вот я хочу там на мост передний вот так приварить. Uh-huh. И здесь. И это у меня будет вот. Вот так себе. Будет. Ну это я посмотрю, сколько можно просверлить насквозь. Вот такую, думаю, может быть. Его наперед можно поставить. Наперед же лучше, если толкать там что-нибудь. Чем... Помощнее кардан. Хочешь? Нет, я говорю, вперед. Вперед-то удобнее и легче толкать, чем задом. Задом же надо будет здесь нажимать. Задом же вот это вот так вот все время шеет. А вперед уже рабочий. Я здесь все то же самое снимал. Мосты. Люфты есть? Даже люфта нет. Сейчас охот стоит, конечно. А, понял. А то же самое все. Сейчас со скоростью берешь, он поедет вон в машину. Остальное все так же. Все так же. То же самое, да. Машину к зиме готовлю, видишь, мою немножко. Туда-сюда. Какую машину? Ну вот эту, говорю, мою, видишь, я ее все. Снаружи сейчас буду. Сколько я пробег уже? Внутри все помыл, а? Пробег сколько? Уже мне сейчас скажу. А я сейчас. Ты когда купил? Летом же, да, по-моему? Летом? 12686 километров. Блин, много намотал за полгода. Да? Ну в январе будет год? 18 января. А, это же зимой было, да? Да. 18 января. А что за такой колпачок самодельный? Потеряли, у меня не знаю, сняли, не знаю, потеряли. И с той стороны также передний почему-то. Нифига себе. А из-за этого покупать, а не знаешь, как будто они там и стояли. Угу. Только серебряной краской подкрасишь. Можно и серебряной, да, покрасить. Или черным, не... а нет. Ну, задние, когда полетят, я потом заново все сделаю. Сейчас вот снаружи буду мыть. Видишь, они шевелятся какие-то. Я не знаю, что это такое. Нет, это слетает же. Она полностью? Ага. Ну вот это тоже болтается, как будто... Да, да. Вот смотри, вот видишь, вот она вот этот даже ободок тоже не было совсем. Не вот эта часть, я с тобой согласился. Но она же вот... Как будто кто выковырял, блин. Понимаешь? Тут защитная пленка. Нормально, мне понравилось. Хорошая машина, теплая машина. Передний привод, да, же? Да. Что-то как будто перед низкий стал, или мне кажется это? Кажется, может. А может и правда что? А, не знаю. Хотя я не помню. Надо старое видео посмотреть. Да. Так, ну вот, все по трактору, все. Поворотники мигают. Да, это ты уже видел, да, что его 4 на 4 поставил? Угу. От Нивы. Это от УАЗа. А, от вот Нивы. Это не видел. От Нивы.
Вот это, кстати, да, теперь понятно. От книги, ну зато видно все. А то я хотел уже этот сделать. Как он, как шаблон, да? Шаблон. А, краской? Да, потом чуть передумал. Вот я чуть-чуть сейчас помою. Чуть-чуть. Это я вот вчера делал, у меня же поворотник один отказал. Ну-ка покажи реле, где она идет. Чего? От этого. Поворотов? Да. Обычное реле, от какой машины? Без разницы. Вот это что? Найди. Что хрен его здесь, как паутины. А вот это? Аварийка нарисована. Ну вот она как. Четырехконтактная, раз... да? Или... Да. Четырехконтактная, да. Вот она вот. Мне другую дали, большую, а она не пошла. Я потом искал, нашел вот эту. Вот она работает. И все. А здесь остальные. Сигнализация. Так что не угоните. Есть. Все нормально. Вот, вот все, я... обычно сварки вот такой варил, да? Да. Обычно сварка, электроды. Вон, это крепление самодельное. Да, я сам это сделал. Сверлильный сам тоже сделал. Все вот в этом гараже. Обычный гараж. Обычная сварка, обычный станок. Обычный наждак. Да. Сам из кучи сделал. Металлолома. Вот такого трактора можно сделать. Правда. Двигатель надо покупать. Вот сколько, 50-60 потянет на продажу? Или дороже? На продажу? Ну, по твоим расчетам, 50-60. Вот, если бы ты продавал. Я первый за 50 продавал, второй за 60 продавал. За 70 продавал второй. Это меньше 100 я не продам. Меньше 100? Ну, ничего себе. Да? Резинка какая-то, да? Ну, чтобы не шелушилось. Здесь очень много работы. Да, очень много. Металл тяжелый, дорогой сейчас. Металл подорожал вообще. И, кстати, на приемке подешевел. То ли 8 рублей. При... Резина дорогая. Блин. Резина, да. Да, ступицы, блин, мост, блин. Мост 2000 ездит тот. Тот плохо чистит. А, ножку ты еще не сделал. Не, можешь... я не буду делать, наверное. И, правильно. Главное, чтобы он был этот, как сказать, работал. Да. Это же не на выставку. Нет, конечно. Это для души работа. Это работа для души. Да. Класс. Чтобы дома не сидеть. Вот ключи зажигания. Смотри, сейчас повернешь и нет, поедешь. Нет, я знаю. Потому что он на скорости стоит. Пора сносить эту технику. Я боюсь за это. Он же, блин, на скорости заведется и машину. Ладно, блин, там не было бы, уперся бы, да хрен с ним, вон, поворотники поменял и все. Все, вот, да. Сам бы купил новый и все, и, блин, да. В общем, пишите, какие вопросы по технике, ответим в комментариях, пишите, как что делается. Ну, здесь все обычно, обычная рама, переломка. Кто-то спрашивал, как нарезаются шлицы. На, я говорю, ну отрезается мост вот этот от классики. Да, по размеру отрезается. Я размеры не знаю, не знаю точно. Я по размерам Айнур Абы в интернете. Кому надо, пусть залезет, да, туда. Как тут? И там все у него написано. И на 90 он делает. Да, шлицы отрезаются и перевариваются к полуоси. Нет, не... Нет? Здесь нарезаются. А, нарезаются? По размеру отрезаешь. Я не помню сейчас размер. А-а-а. Полуось отрезаешь, мост, эти, как ее, мост укорачиваешь, а потом полуось отрезаешь, ага, и шлицы нарезаешь уже сам болгаркой. Там в три положения. Сперва там диск и это, от болгарки камушки разные. Угу. Сперва тоненьким, потом пошире. Ужас. Вот так конус. А наварить нельзя, что? Наварить что-то я не стал. Кусочек его. Что-то мне... Или криво думал, будет. Да, и надо это на токарном. Ну, центровку надо делать еще хорошо. Центровочку, да. Да. Наплавлять там надо хорошо все. Ну, я что-то не стал. Когда на приемке, на металломе берешь, откуда там же не пишут, от чего это уже сам догадываешься. Какой редуктор, хрен его знает, 4-3. Чего, здесь? Да, редукторы какие? Троечные. Троечные, да? Да. Какой там шаг? 4-3? О, блин, я сейчас не помню, там же 41 и 43 есть. Бывает. Так, помыть. Вот, в принципе, такой вот обзор. Самоделка, трактор 4х4. Самоотдельный трактор. Пишите в комментариях, может, что снимем. По катушке, может, снимем. Когда будешь кататься, позвони. Не знаю, когда. Посмотрим еще на видео, как он. Хотя бы вот здесь вот. Здесь, наверное, грязи-то и нет. Но... Нет грязи, грязь надо найти где-то. Вон туда поехать. Да там, думаешь, грязь есть, у нас там камушки. Ну ладно, может, снимем по катушке. Литра 2 бензина купим. Не твой знакомый? Да, мой знакомый. Он тоже мне помогал. Все. Ты его не продаешь, значит, приходим зимой и смотрим, как он снег чистит. Не знаю я еще, не знаю. Мне надо его проверить, прежде чем продавать. Надо его проверить, не проверишь.
Как продавать? Сейчас загоню. Мне же еще, я это, сейчас все надо убрать у меня тут. Ага. Все убрать, у меня все, переодеться надо, наверх через полчаса. Видеооператор, скажи, Паша. На земле он ровно. Да, все классно. Остановишь, этот, у него этот свободный ход есть. Угу. Вот, вот, двигается. Это то, что вот так вот. А когда поднимаешь, талрепы, натягивается. Правильно. Он уже вот, вот чуть-чуть, вот, вот, вот чуть-чуть. Угу. Чего с расчетом, то, что вот так, если завести, угу. Зацепился. Вот так вот завожу, да вот. Но. Вот здесь надо эту беду убирать, когда на холодную заводишь, там же пасу собираешь. Ну-ну-ну. А, понял, да. Понял, да? Заслонка она. Видишь? Заслонка. Видишь, он этот глохнет. Холодный. Заслонка нужна. Его надо этот прогревать. Все понятно. Видишь, тороплюсь из-за этого, думаю, может быть.